Здравствуйте. Когда я получил прощение грехов, и Иисус вошел в мое сердце, тогда Иисус, которого не было в моем сердце, начал вести мою душу. В моей жизни были многие трудности. Были времена, когда я голодал, были времена, когда у меня ничего не было, и я никого не мог уповать. Но поскольку Иисус Господь был в моем сердце, Он дал мне безграничную милость свою. Знаете, я вырос в очень трудных условиях. После гражданской войны в 1950 году умерла моя мама. Мы даже не знаем, почему она умерла. Однажды она встала и сходила в уборную. И она сказала, мне плохо и легла в постель. В то время многие женщины прятали свою болезнь, потому что не было положения, чтобы пойти в больницу. Нам кажется, что у нее была болезнь уже ранее. И 14 августа по лунному календарю, когда вся наша семья собралась, я впервые увидел, как человек умирает. И спустя месяц мой брат ушел служить в армию. Потом отец пошел в вспомогательное войско. За короткое время вдруг в доме не стало ни матери, ни брата, ни отца. Старшей сестре было 15, младшей 13, мне было 8 лет, и младшему брату было 4 года. Четыре ребенка остались в доме. Мы были очень голодными. Мы не знали, что можно есть. Поэтому или все, что попало, не было такой трудный момент, как тогда. И в 1962 году, до того, как я получил прощение грехов, я посчитал, было ли счастливое время моей жизни. Кстати, я жил, не зная, что такое счастье. Я всегда был голодным. Я не мог терпеть голод. Когда мне стало 10, потом 15, я начал воровать. Я вижу, как созревает пшено, и я своровал пшено. Мы воровали картошку. Но я шел во грехе. И мое сердце было полно греха. Однажды я утром ходил в церковь рано утром. Отец говорил, не надо идти рано утром в церковь, но я ходил. Я должен был ходить, потому что я много согрешал и хотел получить прощение грехов. Но 7 октября 62 года, это было воскресенье, рано утром я пошел на собрание. Я один молился, чтобы Бог просил мои грехи. Я искренне просил, чтобы Господь просил мои грехи. Но в то утро, когда я закончил молиться, в моем сердце формировалось новое и странное сердце. А в частности о том, что мои грехи уже прощены. Почему эта душа у меня появилась? Мне ведь никто не объяснял, что такое прошение грехов. Я просто молился, чтобы Бог просил мои грехи. Но у меня появилась вера, что я получил уже прощение грехов. И с того момента я начал читать Библию. Я много раз перечитывал Библию. И каждый раз, когда я читал Библию, мое сердце горело. И жизнь моя начала меняться. И чем я больше читал Библию, тем я с ней становилась прощения грехов. Следующее изменение, которое произошло у меня, это то, что я начал говорить молодым в церкви, что надо получить прощение грехов. Всех, кого я не встречал, призвал к прощению грехов. Однако я не мог пояснить, как человек может получить прощение грехов. Сначала люди удивлялись, слушай меня. Они спрашивали, у меня тоже есть грех, как делать? Скажи, что делать? Я говорил, надо получить прощение грехов. Однажды я встретил молодой сестру на улице. Мы выросли в деревне, поэтому мы могли свободно общаться. Мы говорили друг с другом на ты. Я сказал, надо получить прощение грехов. Я думал, она скажет, а как получить прощение грехов? Но она начала себя совсем иначе вести. Она сказала, опомнись. Ты что, лучше, чем пастор? Что ты знаешь, что говоришь подобное? Почему надо получать прощение грехов? Потом оказалось, пастора уже совещались обо мне. И под влиянием пастора некоторые люди начали уже говорить против меня. Однажды я хотел войти в комнату, где собирались молодые ребята, и я услышал, что внутри говорят про меня. О, этот усупак такой смешной. Да я же знаю его. А он говорит, что у него нет греха? Да мы вместе с ним столько плохого сделали. Знаете, мне хотелось открыть дверь и сказать, что, что, как вы смеете говорить обо мне? Но я отпустил ручку двери и вышел оттуда. Однажды во время воскресного служения пастор сказал, что брат Уксупак наказан за то, что он ездит на автобусе по воскресеньям. Я хотел спросить, а что за наказание? Они сказали, за то, что ты согрешил, ты не должен участвовать в хлебопреломлении. Тогда мне хотелось сказать, а что насчет ваших дочерей? Но я подумал, тогда пастору станет неловко, поэтому я промолчал. Его дочери учились в городе Тегу. Поэтому каждую субботу приезжали на автобусе до Сансана. Они ночевали. В воскресенье участвовали на собрании. А после собрания они снова садились в автобус и уезжали в Тегу. А я же случайно сел в автобус. А дочери пастора два раза в неделю ездят на автобусе. Возвращаются уже в воскресенье. Но что удивительно, знаете, было гонение, и люди делали меня изгоем. И я был, знаете, лишним для всех. Знаете, есть пословица «шишка в собачьем еде». Собака не ест эту шишку. И поэтому собака все съест, но эта шишка останется. Потому что собака не ест шишку. То есть, другими словами, все съедать, но оставлять шишку. Также я стал изгоем, но потом я поступил в мессийскую школу. И пока я находился в мессийской школе, я был благодарен Богу. У нас был подъем в 6 утра. Это, наверное, потому что мы жили по решению США. Ложились в 10 и вставали в 6. А поскольку есть режим, я не мог читать Библию, как мне хотелось. После десяти можно свет включать только в уборной. А в уборной стоял очень плохой запах. Поэтому я не мог читать Библию там. Поэтому я вставал в четыре утра и молился перед Богом. И когда я молился, в моем сердце появлялась сила, появлялась радость. После того как я закончил обучение, я поехал служить в деревню Куктон. Деревня Куктон я не мог уповать ни на кого. Но прошел месяц, прошел два месяца, три месяца. Сестра Хюнгдя получила спасение, сестра Хаги получила спасение. Дети начали получать спасение. И мама сестры Хаги получила. И мама Консуна получила спасение. И некоторые братья получили спасение. И сестра Сун получила спасение. В моем сердце. Хотя у меня были много трудностей, я часто голодал. Но когда братья и сестры получали спасение, когда я видел, как они меняются, я был счастлив. Я часто говорил, когда сестра Сон получила спасение, атмосфера церкви полностью изменилась. Она целый день ходила, продавала вещи, потом поужинает и поздно вечером приходит к нам пешком. Да, поздно мы общаемся, свидетельствуем, потом молимся, и она возвращается домой. А на следующий день утром она готовит рис и приходит с кастрюлю, где лежит суп. И рассказывает, знаете, вчера я возвращалась домой, встретила лису и чуть не испугалась. А в то время в Тигровье, а кто можно было встретить тигра, было очень много горных зверей. Но сердце, которое нигде невозможно увидеть, то сердце, которое выходит только от Иисуса. Это были девочки, юноши, сестры, братья, которые ничего не имели. Но когда они получали спасение, их жизнь начала меняться. Они говорили о Христе. Они передавали Евангелие. Не было таких деяний в больших местах, где люди собираются. Но знаете, церковь сначала два человека, три человека и начинала расти. Я безгранично был благодарен перед Богом. В 1964 году, в апреле, я поехал в деревню Чангпали. И жизнь в Чангпали была самой счастливой жизнью. У нас было всего лишь две девочки, которые учились в четвертом классе. И несколько месяцев я общался только с ними. Но прошел месяц, и брат Ким и брат Чин получили спасение. И постепенно начало становиться все больше и больше спасенных братьев и сестер. И было удивительно слушать их свидетельство, как Бог действует. Мы собирались каждый день. Мы вот сядем по кругу, пели гимны, пока не разболится шея. Когда устанем петь, мы получили, здесь свидетельствовали. Вот такое произошло, когда я проповедовал. Вот так получил спасение. Или было гонение, они а свидетельствовали. Потом я час передавал слово. После слова мы по очереди молились. И поздно вечером, где-то пол-одиннадцатом, мы заканчивали. И потом мы разводили всех на велосипеде Кто-то пешком бежал И потом мы пели гимны и общались Знаете, потом ели вместе Потом я ложился спать И я трудился Сила, которая не у человека Сердце, которое есть только у Иисуса Христа, начало вести нас. И пока мы делились с нашим сердцем, у нас образовывалось одно сердце. И чувство радости, благодарности, счастья появлялось у нас. До спасения шел так. Но потом, как я согрешил, и как я получил кровь Иисуса Христа, прощение грехов. И я слушал множество свидетельств наших братьев и сестер. И чем я больше слушал их, мы видели, как наши сердца сближаются с Иисусом. И мы становились похожи на людей, которые жили вместе с Иисусом. Да, у нас тоже была жадность. Мы делали ошибки. Порой мы ругались. Порой мы попадали под искушение. Но то, что мы не можем отрицать, это то, что это было не наше сердце, а сердце Иисуса. Что если не Иисус, то это невозможно. Если не Иисус, тогда невозможно так говорить. Если не Иисус, невозможно иметь такой покой. В маленькой церкви, где собиралось 20-30 человек, появлялось каждый день. И потом я пошел служить в армию. Когда я проходил основную подготовку солдат, у нас была возможность шесть раз в течение шести недель сходить в церковь. Мы находились в Тегу. И нигде невозможно было увидеть капеллана. Первый день, когда нас собрали, тогда капеллан говорил, «Я желаю, чтобы благословение Бога было вместе с вами». А во время собрания не было капилана, и были три солдата. И во время собрания просто пели гимны, да? Собрание начинается, поем гимны. Потом один солдат выходит вперед и говорит: "Простите" нашего пастора пригласили в другую церковь. Капелланы же получают зарплату от Министерства обороны, но во время собрания их нигде не видно. И три солдата, они не хотят проповедовать и говорят, простите, мы не готовы сегодня передавать слово. Может, среди вас есть евангелист, пожалуйста, выйдите и передайте слово. И тогда я первый выбегал вперед. И на протяжении часа я передавал слово. И так было мне хорошо. Когда мы заканчивали подготовку, в субботу состоится выпускной этой подготовки, и до субботы нужно всем постричься. Нас 200 солдат. А парикмахерской всего лишь 5 стульев. Если постричь 200 человек, нужно, чтобы каждый постриг по 40 человек. Вот 40 человек нужно постричь за 30 минут. Сколько нужно тогда на одного потратить время? Сколько минут? Сколько времени нужно будет? За час нужно постричь две группы. Поэтому было невозможно постричь всех. И сначала выходит солдат и говорит, здесь есть ножницы, поэтому очень опасно. Сейчас я буду вас обучать. Станьте в ряд. Потом выходите по одному, и мы будем вас стричь. Выходите, кто занимался стрижкой. Выходит пять человек. И пять человек должны постричь 200 человек. И очень быстро стригут, поэтому ровную прическу невозможно ожидать Если же кто-то долго стрижет, говорят, ты должен стричь быстрее пули И если закончится стрижка, тогда остаются длинные волосы, поэтому нужно будет их ручной вырывать Но Я был удивлен Потому что старший солдат, он был в церкви, где я проповедовал. И говорит: "О, евангелист, вы здесь?". И говорит: "Присаживайтесь". И он лично стрек меня 20 минут. И говорит: "Я, конечно, плюх и стреку". Ну, вот вам прическа. И у меня была самая красивая прическа среди всех солдат. Пока я жил в Иисусе. Где бы я ни был. Я видел, как Иисус ведет нас таким образом, что мы отличаемся от людей мира. Да, было трудно, я страдал, я мучился порой. Но в сердце, которое можно почувствовать только у Иисуса, любовь, которую можно найти только у Иисуса, благословение, которое дает только Иисус когда я служил в армии. Потом, когда я закончил службу в армии и находился в Актоне, а потом в Кимчоне. Потом я поехал в Тегу. И когда в 70-х годах я начал медицинскую школу, внешне я был человек, у которого ничего не было. Но Господь жил внутри меня. И меня переполняла храбрость, радость, благодарность, чувство счастья. Четвертый царь пятой главе. Знаете, автор ведь этой книги Бог. Дома Неймановой была девочка. Эта девочка жила в Израиле, в Самарии. Однажды она была взята в плен. Эта девочка верила в Бога. И Нейман был прокаженным. Эта девочка стала служанкой жены Неймановой. Подумайте. Ой, Господи, в чем я виновата, может? Почему именно я должна оказаться в плену? Я же верю в Бога. Как минимум, не я же должна быть в плену. Почему меня поймали? Сколько мне нужно прожить здесь? Я тоскую по моим братьям. Как живут мои родители? А вдруг я заряжусь тоже проказы. Что со мной будет тогда? Она верит в Бога. Но она же не мужчина. Она женщина. Стала пленницей. Подобного не было раньше. Но почему же я должна оказаться в плену? Может, я согрешила? Что я плохого сделала? Ведь мои грехи уже прощены. Но почему же я должна оказаться здесь? отчаяние. Чувства страдания и мучения охватили ее. Она не может спать. Она думает, почему я оказалась здесь? Может, у меня нет спасения? Может, Бог оставил меня? Почему я оказался в доме врага? В доме прокаженного? А что, если я заряжусь проказою? Почему я не могу остаться на родине? Почему я должна быть здесь? Каждый день она проводила так. Но однажды. Эта девочка поняла. В то время ведь не было стиральных машин. Тогда же не было ведь стиральных машин от компании LG или Samsung В то время еще не было даже в живых господина Чо, который основал компанию Samsung Нужно было все стирать вручную И она увидела гной на одежде И она понимает, что «А, у нашего военачальника проказа Как же грязно А вдруг я заряжусь от проказа? Но однажды в сердце этой девушки появилось одно странное сердце. А когда я была в Самарии, у нас был человек Божий Елисей. Он ведь мог воскресить даже мертвого человека. И он же мог все сделать. Если Нейма встретится с пророком Елисеем, тогда он тоже исцелится ведь. Но потом подумала и забыла. Пором она вспоминает об этом и размышляет дальше. Нужно ли мне сказать об этом генералу? Так, а что может тогда произойти? Он пойдет в Самарию исцелиться от проказы. Вот оно как. Почему же я здесь? Бог меня позвал, чтобы рассказать об этом. Ведь ничего не бывает случайно. Я же не по случайности оказалась здесь. Ага, чтобы спасти Неймана, Господь сделал, чтобы я оказалась в плену. Я должна сказать об этом Нейману. Если он исцелится от проказа, тогда в этой семье исчезнет печаль. И тогда в этом доме засияет свет. В этом доме будет покой. А, вот для чего Господь Бог сделал, чтобы я оказалась в этом доме в плену. Раньше я мучилась, думая о том, что я не смогу оказаться дома, но оказывается, Господь Бог хотел использовать меня для своего дела. Когда я вспоминаю, как я проводил время в деревне Акуктунг или в Чампали в армии, я мог обнаружить, что это была программа, которую Бог приготовил для меня. Я в деревне Акуктон увидел милость Господа, которую бы нигде бы не увидел. В условиях, где только Бог может мне помочь. Каждый раз, когда я обнаружил, что рука Господа помогает мне, это было удивительно. Мне было очень радостно. В этот раз мы снимали документальный фильм, и мне отправили оригинальный текст, и написано, что до трансляции в Бразилии нельзя нигде показывать этот фильм. А после трансляции в Бразилии можно показывать. 28 декабря, 29, 30, 31, 1 января будут трансляции. И после 5 января мы хотим транслировать на корейском языке в Корее. И брат Пак Тунду сделал фотографию, отправил мне снимок. И он сделал альбом, где я с моей супругой. Мне было очень приятно. Я сказал брату Пак, сколько нужно заплатить, чтобы сделать новый альбом? Я хотел бы подарить моей семье. Моя супруга посмотрела, и у нее стали большие глаза. Потому что она получилась на фотографии намного красивее. И моей супруге тоже так понравился снимок. И сказала, что хочет подарить тоже родственника. Я подумал, ничего страшного, я смогу сделать снимки. Знаете, когда я получил прощение грехов, в моей жизни начали происходить дела, которые кроме Иисуса никто не может совершить. Это не было моей мудростью. Это не было от человека. Это были вещи, которые совершаются Богом. И вы не представляете, как это удивительно. В этот раз мы в Америке начали теологическую школу. Мы открыли теологическую школу. И две недели мы проводили объявление. И большинство участников СЛФ начали учиться здесь. И 1200 человек начали обучаться. Когда в феврале начнется новый семестр, мы будем набирать официально студентов. Я думаю, где-то 10 тысяч человек будут обучаться. Мы хотим приглашать служителей других церквей, когда разрешится немножко ситуация, связанная с коронавирусом. Мы хотим также проводить специальные программы на целый месяц для служителей других церквей. Мы посмотрели те здания, которые купили в Спрингфилде, они очень подходят для подобных мероприятий. Есть места, где могут проживать сотни людей и собираться. Как они могут передавать Евангелие? Как они должны читать Библию? И как нужно служить? И как можно получить деяние спасения? И как нужно жить верою? Как нужно понимать Слово? Когда мы говорим об этом, многие служители удивляются. В феврале прошлого года я был в четырех странах Латинской Америки. И многие служители Латинской Америки участвовали на семинаре. В одной стране собиралось 500, где-то 800 человек. Когда мы закончили семинары в четырех странах, лидеры говорили мне, «Я благодарен миссии Good News». И что он сказал? Во-первых, из Америки приехало 50 человек из хора Грачес. Мы не говорили, чтобы они заплатили нам за билет их. Они спросили, почему вы не просите от нас денег? Мы сказали, мы сами можем купить, зачем нам говорить об этом? И они очень оценили высоко это. Один епископ сказал об этом. «Мы держали дистанцию, боясь, что вы хотите забрать наших братьев-сестер. Но мы не видели, чтобы вы забирали наших братьев-сестер». А третье. «Пастор Немичель приехал». И его представили, что он является председателем миссии Гуднюс. Они спросили, есть же сын у пастора Ухсупак. Пастор Ухсупак же основал эту миссию. Почему он поставил не своего сына, а пастора Немечоля? Даже подобное не может быть. А что еще важнее? Подобное слово мы слышим впервые. Только в миссии «Гунюс» мы можем услышать. В этот раз я получил спасение. Я всегда страдал из-за греха. Об этом они говорили мне. Как это возможно, скажите? Если во мне не было бы Иисуса, во мне, конечно, есть Господь, но я также человек. Я люблю, хорошо, есть, я тоже человек. Я в Господе одеваюсь, ем и живу. Но у спасенных христиан есть жизнь, которого нет у человека, у которого нет Иисуса. Это сестра, которая оказалась в доме Неймановой. Если бы в ней не было бы Господа, если бы она не получила прощения грехов, если бы она не родилась свыше, она бы находилась в отчаянии, она бы тосковала по родине, она была бы в болезни и вела бы очень трудную жизнь. Но эта сестра, мы не знаем, как ее звали. Здесь нет ее имени. Она страдала, мучилась, может быть, первое время. Но Господь, который внутри нее, дал новое сердце. А, наш генерал, он прокаженный. Если пойти к пророку, можно же исцелиться от этой болезни. А, вот для чего Господь Бог сделал, чтобы я служила здесь. Что же произойдет, если генерал получит спасение? Нужно будет об этом сказать, чтобы он вернулся здоровым из Самарии. Тогда и супруга изменится его. Она начинает размышлять. Вот, мой начальник придет здоровым. Я ведь часто говорю. Он возвращается и говорит, дорогая, я здоров. Посмотри здесь, посмотри здесь. Ой. Они плачут, смеются. И они чувствуют счастье. У них появляется радость, которого никогда не было. Потом Нейман видит девочку, стоящую у ворот. Он обнимает ее. И говорит, ты наше сокровище. Ты убрала всю печаль. Победила все сомнения. Дала благословение. Теперь ты не служанка, ты моя дочь. Нейман, он поужинал. Теперь стал папой, правильно? Папа, теперь нужно будет в армии передавать слово. У вас же там есть программа подготовки? Ой, я не умею проповедовать. Папа, не переживай, я тебе научу. Ты должен обязательно передавать Евангелие. Хорошо, папа? Неописуемая радость и счастье наполняет этот дом. Если бы в ее сердце не было бы Господа, она бы осуждала то, что оказалось в плену, она бы тосковала по отцу, по матери, она бы сходила с ума, тосковала бы по родине, и отчаяние бы мучило ее, потом бы она бы погибла. Она точно была в плену. Она была служанкой. Была служанкой в доме прокаженного. Но когда Дух Божий дал новое сердце, то, что она оказалась в плену, тоже не проблема. То, что она является служанкой, тоже не проблема. Она стала человеком, который занимается делами Божьими. Дорогие слушатели, неважно, я хорошо умел или плохо, неважно, в какой церкви я служил. Я видел, как люди получают прощение грехов и получают спасение. Даже если человек получает несколько докторских степеней. Если человек не получил прощения грехов, то через него люди не могут получить прощения грехов. Поэтому большинство служителей, которые служат в Корее, они не могут вести людей к прощению грехов. Поэтому, хотя ходят в церковь 10 лет, 20 лет, но все равно остаются грешниками. А в миссии «Благой весе» есть одно отличие. Пастор он низкий ростом, он некрасивый внешне, у него нет ничего хорошего. Но через него проявляется деяние спасения. Люди получают прощение грехов. Радость появляется в сердцах людей. И это самое важное. Поэтому Бог помогает нам. Он действует в нас и проявляет свою милость. Это Евангелие будет распространено по всему миру. Мы планируем, что будет в 2021 году. Мы обсуждаем, как должна развиваться церковь. Мы молимся за это. И планируем, чтобы Евангелие было засвидетельствовано по всему миру. В 1976 году, в 1972 году родилась моя дочь. В этот раз моя дочь разработала новый метод вокала, вокал, который можно не использовать голосовые связки. Когда я общался в прошлый раз со сестрой Ли Сюян, она сказала, без подготовки она спела перед нами один гимн. И звук был очень чистым. Мы сейчас слушаем запись, которая была сделана месяц назад. И говорят, что сейчас стали петь лучше, чем месяц тому назад. Когда телекомпания CTN брала у меня интервью, я сказал им, «Спасибо, что дали возможность транслировать мои проповеди». У меня нет ничего особенного, но я вам дам выступление хора Грачас. Хор Грачас является лучшим хором в мире. Они поют лучше всех. Но еще каждый день они становятся все лучше и лучше. Если послушать их выступление, это так трогательно. И телекомпания CTN запросила нас, чтобы мы позволили им показывать выступление хора. И мы предоставили материалы. 380 телекомпаний в Америке позволило финансировать концерт Хора Грачас. И после этого наши миссионеры в Африке и по всему миру предложили выступление Хора Грачас. И сначала представители телекомпании не смеялись, но сказали послушайте. А когда они послушались, они удивились. И говорят, чтобы показывать это, нужно также показывать слово пастору Ксупак. Хорошо, мы согласны. И на Рождество этого года выступление Хора Гражас передало радость многим зрителям. Мы внешние люди. Но Дух Святой находится в нас. Мы отличаемся от Иисуса. Но также мы можем повторять за Иисуса. Мы можем спасать жизни людей, как Иисус. И то, что невозможно было без Иисуса, происходит через нашу миссию. Может быть, в мире есть что-то хорошее. Но Господь вел такую свою большую милость таким нам. Дал Евангелие, чтобы мы получили прощение грехов, чтобы мы изменились, и чтобы многие служители обновились и они радуются и благодарят Бога. В сердце этой девочки, если бы не было Бога, она бы осуждала, что казалось плену. Вот я в тот день не хотел уйти на улицу, а отец попросил меня, и я пошла, а тут в плену. Надо было не слушаться отца. Что это такое? Я должна служить в доме прокаженного. Если бы в сердце этой девушки не было бы и Бога, она бы из этой печали, из страха, из-за чая не смогла бы освободиться. Но эта девушка, она страдала недолго, и потом она освободилась, и у нее появилась надежда. А, это была воля Бога, что я оказалась здесь я должна сказать Нейману. И когда Нейман исцелится, как же этот дом изменится? Я даже думаю радуюсь. Теперь солдаты будут слушать Евангелие. Многие солдаты получат спасение. Отец будет молиться со мной. Отпустит меня в отпуск домой, на родину. Все изменилось в ее жизни. Хотя в Библии не написано, но однажды я подумал, Неман говорит своей дочери, «Ой, дочка, я хочу тебе кое-что сказать». «Папа, что же ты хочешь сказать?» Помнишь, вот там был помощник военачальника, который пришел с сыном на мое день рождения? Вот у него сын такой красивый, но знаешь, вот этот помощник сказал мне следующее. Он говорит, что хочет женить своего сына с тобою. Если вы спросите, где это написано в Библии, я, конечно, не смогу ответить. Но я просто представляю себе. Тан -тан -тан -тан, и произошло венчание. Они сели на очень красивую коляску и отправились на колеснице с подарками в Израиль. Да, в очень шикарной колеснице. И под сопровождением солдат они приезжают в дом. Отец этой девочки смотрит и думает, интересно, кто это же приехал? И спускается очень красивая девушка, он думает, вот, наши дочери, наверное, столько же, как и этой девушки. Как же я тоскую по ней. Но вдруг эта невестка говорит, папа, это я! Извините, а вы кто? Да папа, я! Это же твоя дочь! Что это? Как это произошло? Не спрашивайте, где это написано в Библии. Я просто представляю себе. Но в сердце этой девочки всегда было везде отчаяние. У нее было только отчаяние. Но появилось одно сердце в ней. Ой, мой военачальник, он прокаженный. А в Самаре ведь пророк Елисей может исцелить его. Это сердце даже если вы в Сеульский государственный университет, не получится у вас такое сердце. Нигде невозможно приобрести такое сердце. Только у людей, которые принадлежат Богу, могут иметь это сердце. И Ниман исцелился. И если вернется, в этом доме будет радость. Сириане всегда воюют с израильтянами. Эта война прекратится. Когда у нее появилась надежда, теперь она не осуждает, что оказалась в плену. Наоборот, это становится поводом для радости и благодарности. Если вы получите прощение грехов, вы едите, одеваетесь, живете, работаете, но у вас есть сердце, которого нет у других людей. И когда это сердце начнет расти в нас, оно будет вести нас. И вы будете участвовать в драгоценном деле Бога, как эта девочка. Хотя вы живете в этом мире. Если получите прощение грехов, если оставите ваш плотской путь, если вы будете работать вместе с Господом, тогда Господь совершит удивительные дела через вас. Неман пришел здоровым. И эта девочка вышла замуж. И в Сирии появилось много людей, которые получили спасение. Сегодня я объявляю те, которые получат повышение. Некоторые еще не получили спасение, поэтому немножко должны еще пообщаться. Да полковник такой-то и перечисляет людей. Кто-то спрашивает, а почему он стал уже полковником? Надо спасение получить. Эти вещи, конечно, я себе представлял, когда мне было скучно. Когда Иисус вошел в мое сердце, знаете, я не подходил для того, чтобы быть пастором. Я так считал себя. И моя старшая сестра, которая воспитывала меня, сказала, чтобы я не стал пастором. У меня не было условий, чтобы стать пастором. Но одно, когда Иисус вошел в мое сердце, он искупил меня от греха. И когда Дух Святой вошел в мое сердце, я видел, как моя жизнь изменилась. У всех спасенных людей есть такое великое благословение. Вчера евангелист Ким Самуэл с супругой пришли к нам. Я им дал хурму. Я хотел их угостить. И они пришли со своей дочерью. И дочь у них такая красивая. И она хватила все наши сердца. И моя супруга радовалась. И у этой девочки такой хороший характер. Если не иметь детей. А люди, которых не имеют детей, они обижаются, когда видят таких детей. Но мы мы уже в возрасте, а мы женились, у нас тоже была, родилась красивая дочь. И скоро родится сын. Это очень хорошая семья. Очень красивая семья. У спасенных людей мы стали едины с Иисусом. И у нас появляются плоды, подобные Иисусу. Порой мы бедные, порой у нас есть трудности, но мы после спасения не просто так живем. Поскольку мы любим Иисуса, мы начинаем идти вместе с Ним, рождаем детей, рождаем дочерей, сыновей, и Иисус действует у нас. Господи, спасибо Тебе. Мы были раньше бедными, поэтому я не мог дать музыкальное образование моей дочери. Она же очень хотела заниматься музыкой. Мы где-то нашли ушное фортепиано. И я учил ее играть на фортепиано. Когда ей было за 30, она поехала в Россию, чтобы изучать музыку. Она формировала хор Грашас. И сейчас она сделала этот хор лучшим в лучшем мире. Сын же мой служит в Нью-Йорке ради Господа. Само собой, когда я женился, моя супруга многим помогла, когда мы женились. Но самое большое, что сделала моя супруга, это то, что она родила сына и дочь. Ничто не сравнится с этим. Мои дети выросли, невестка пришла к нам и дала еще подарок. Она родила сына, потом дочь, еще сына. И последний внук такой милый. Женщины принимают семя от мужа и рождают детей. Мы же от Иисуса, который является нашим женихом. Сердце, которое подобно сердцу Иисуса. Чтобы рождались свыше. Чтобы такой дяни, который Бог совершает. Я удивляюсь этим Богом. Дорогие слушатели, не думайте просто прожить в этом мире и оказаться Царством Небесным. Чем ближе будете с Богом, через вас люди будут получать прощение грехов, люди будут меняться. И через вас будут появляться плоды Иисуса. Этот мир заполнен тьмою. Многие люди получат спасение. Люди, которые не могут получить спасение, получат спасение через вас. И чтобы вы радовали Господа Бога. И потом вы предстали перед Господом. Прошел 2020 год. В Новом году я желаю, чтобы через каждого из вас явились плоды Иисуса Христа. Господь дал неописуемую благодать этой девушке. Она бы погибла бы, находясь в отчаянии. Но через нее исцелился Нейман. Многие люди получили прощение грехов. Евангелие было засвидетельствовано. И произошли чудеса. Я желаю, чтобы и вы жили через Иисуса, который внутри вас, потому что чем вы будете ближе к Ним, будут происходить драгоценные дела, и люди будут получать прощение грехов. И это будет в радость Господа. И я желаю, чтобы вы были радостью Иисуса.